Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундучок. Зимние шины, стартовый ускоритель, плюс новые задания. Так, на мотоцикле нет уж, спасибо. О, проедь 2000 метров, сделай 6 поворотов и маневр 500 метров, гора приключения. Такой меня вполне расклад устраивает. Так, Андрогит вышел из команды. Какой-то Андрогит. Первый раз таки слышу. Андрогит какие-то. Так, события топ. Эй, а результаты? Показывай. Как всегда, да? А нет, прогрузилось. Ну да, сфейлились, причем по-жесткому. Аутек, программер и... А где наша старая гвардия? Скажите-ка мне на милость. Старой гвардии нету. Ее и не было здесь. Финальные баллы 6, отлично. Просто великолепно. Так, ну а у меня, друзья, что? 50 тысяч кубков сегодня нужно взять. Забрать, так скажем. И, наверное, приступим. Первое, что мы видим, это фабричный кубок. Меняем. Что-то... Ну, давай возьмем девчонку с пропеллером на голове. Я не знаю. Такая вот, короче, она веселушка у нас. Или это я веселушка, фиг его знает. Сейчас посмотрим. Нормально так пролетели, я тебе скажу. На одном дыхании. Хоп-хоп-хоп. Давай сюда. И вот уже и топчик. Слушай, ну замечательно. Замечательно. Сейчас, подожди, еще дроздульку дадим. Шпарь. Я вижу, что этот хочет там, я не знаю, там прям подперживает. Прям вонище сюда идет мне в экран, как он хочет меня обогнать. Но, видишь, ничего у него не получается. Все хорошо, что хорошо кончается. Так, а здесь у нас надо быть аккуратнее. Ой-ой-ой. Да. Байкер, а ты что, выжил? Этот Ханеган выжил, друзья. Я не знаю, каким макаром. Я думал, что он все уже там отдаст богу душу, но нет. Ничего он не стал отдавать, но и меня не обогнал. Так что пускай катится колбаска отсюда. Да? Да. Че это, мы так малька так проехали всего лишь? Что там за гонка-то у нас? Тоннели. Ну куда же мы, ребята, без тоннелей-то, без наших? Ожидания остальных игроков. Без них-то мы никуда с тобой не можем. Вот тоннели-то на... И все-таки, ребята, вот что ни говори, очень много... Ой-ой-ой. Очень много этих машин у нас стало. Спорткаров. Спорткаров, наверное, даже сейчас больше, чем чего-либо другого. Так, это у нас... Я понял. Ты, дурачье поднебесное. Ты видел, что они делают? Просто в усмерть разбились. Они все, прикинь, все разбились. Один я выиграл. Ай, да. Ну, что же сделаешь-то с больных людей, ребят? Так, оу, йо. Формула застряла, прикинь, прям на пике. Так, это я помню. Вот сюда заныриваем. А, там пускай, проехать 2000 метров. Мы сделали с тобой это дело. Сюх. Просто красавцы. Прям, ребят, не знаю, что с нами происходит такое сегодня. Знаете, что мне, друзья, захотелось поиграть в последнее время? Вы в курсе, что, да? Вышел сериал по игре «Одни из нас». Да? Надеюсь, уже многие посмотрели. Как ваше мнение? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Как вам вообще сериал? Как понравился, не понравился? Схож по сюжету с игрой или не схож? В общем, короче, я посмотрел. Мне почему-то захотелось еще раз, ребят, перепройти первую и вторую часть. Только уже в нормальном расширении, в 2К. И это. Вот не знаю, стоит ли снимать. Но почему-то мне вот захотелось поиграть. На плоечке, опять же, ребят. Хотя можно дождаться, в принципе, знаете, что релиза, когда она выйдет уже на ПК. Можно даже и так сделать.
Да? На ПК, наверное, даже будет лучше, мне кажется. Если еще с полной озвучкой, как на плойке, это вообще будет красота. Так, Денис. Денис какой-то за нами, ребята, шпарит. Зеленый Денис. Это кто там? Это что там за фуфлышки? Ты посмотри. Ты просто полюбуйся. Отлично, по красотеще. Прям, я прям собой сегодня доволен. Прям можно себе даже немножко конфеток каких-то купить. Так, вот это вот Майденхох. Кто там ты? Как тебя парень звать? Майденхохорка? Давай. Ну, заехал, красавелла. Красавчик, Рейчик, я тебя прям, блин, сам себя обожаю. Сегодня Рэй в ударе. Сегодня у него все получается, почти все. За исключением черепашек-ниндзя. Черепашка-ниндзя меня, конечно, не взбесил, тот Леонардо. Первый бой в топку. Слушай, это моя шахта. У нас что-то сегодня шахты одни. Я не знаю, с чем это связано. Что, день подземщика, что ли, сегодня? И ожидания остальных игроков. Давай не дуркуй мне ожидания там остальных игроков, он собирается мне делать. Алекс Юстович. Так, смотри. Ты видел? Ты видел, как папа может? Вот так вот, просто всех. Ать. Нагнул и вдул, так скажем, да? Давай, поехали дальше. Едем аккуратненько. Так, ну здесь вот. Ой. Ну нормально. Не надо тут сейчас ойкать, пойкать. И прибаутки всякие мне тут лепить. Все было замечательно. Идеальный старт, все как полагается. Единственное, что да. А че тут ханыга-то не разбился-то, а? Грущевый хмырь. Болотное отродье. Ядрен, матрен. Посмотри, что мы тут вытворяем. Еще и первое место занимаем. Хе-хей! Красавчики. А вон, ребята, уже и виднеется. Виднеется у нас. Сделай 6 поворотов. Блин, каких 6 поворотов? Не могу никак понять. Так, у нас кубок лесов здесь. Ну что, попробуем с тобой кубок лесов взять на суперкаре. Смотри, там баги просто обсирается. Хочет, но не может. Понимаешь? А я и хочу, и могу. Ну да, тут без идеального старта, конечно, паршивенько получилось. И тут мы с тобой молодчаги. Никаких, ребят, претензий нету. Прям едем как по написанному. Давай сюда, фигли. Отлично. Так, вот тут главное никуда не упасть, не провалиться, да? Слушай, машина скакун. По-другому не назовешь. У нас, кстати, 205 тысяч. 208. Это значит, что мы можем прокачать или докачать. 230 надо. Слушай, 230 тысяч накапливаем, и мы с тобой прокачиваем сегодня выскочку. А это, соответственно, шлем. Шлем выскочки будет. Фу, выскочки, лихача, ё-моё, выскочки, лихача, конечно, ребят. Извините, что ошибся. Но я думаю, многие уже поняли, что я бывает иногда оговориться могу. Или чё, что-нибудь. А это кто там у нас? Супер Дизель? На попрыгушке, что ли, на своих плешивых? Вот как он так подлетел? На попрыгульках своих? Ну ладно. Но он, наверное, будет по верхушкам тут у нас наяривать. Мне так почему-то кажется.
Ё-моё, куда? Да мы сюда не сможем заехать. Да, тут, конечно, что-то мы тупанули. Я тупанул. Как-то по-жесткому, если честно, тупанул. Опа, он скатился, а мы с тобой все отлично сделали. Да разбейся ты, хмырь, лезешь-то куда-нибудь, тебя не просят, блин. Опять он, ребят, он где был вообще, где-то непонятно. И опять вылез, блин, в первых этих. Обогнал меня просто здесь, вообще. Пофиг, неубиваемый, что ли, какой-то читер, блин, я не пойму, че он... Ну как такое возможно, а? Кубарем, блин, у него нету крыши, он кубарем там прокатился и не разбился, не размял, не помял ничего. Твою налево, блин. Ну а что делать-то? Второе место у меня, ребят, будет, судя по всему. А, первое? Видимо, он в последней гонке хорошо сфейлился, друзья. Видимо, он вообще не приехал, и с него сняли очень много очков, поэтому я вырвал, так сказать, победу. Ну что, давай попробуем здесь теперь, как говорится, не обделаться, и все будет нормально у нас. Хотя я уже обделался. Я желтого вряд ли смогу, ребят, обгнать, потому что он... Ты видишь, на чем он там едет. На форсаже на своем. Ух! Даже я не ожидал, что получится. А получилось, как ты видишь, очень даже великолепнейш. Ну куда ты вот лезешь, а? Ну вмажь-то ты, размажь-то ты где-нибудь-то, ёпрасоте, блин. Да не я, блин, а он пускай размажется. Короче, второе место, ребят. Второе место. Пока второе место. Мы можем скатиться и до третьего такими темпами. Вот этот вот полет, он нафиг никому не нужен. Вот этот здоровый твой. Так, пока идем норм. Ребят, пока норм. Правильно, оближи сусов йогурт. Все, ребят, отлично. Фух. Ну что, у нас с тобой опять, блин, первый снег. Опять ожидание остальных игроков. А снег идет, а снег кружится. А дядя Рэй на ХР-ке мчится. Ну что, ты передержал кнопку, твою дивизию, блин. Дорогу. Чувак орет, дорогу. Смотри, как сумасшедший. Блин, теперь мы с этим с фурой. Есть, есть. Щенок заморский. Ты видел, как надо делать? Вот так вот. Шпарит он там на всех парусах, блин. Штаны навалил, блин. А я его взял и обделал. Просто сделал. Так, и опять мы тут, да? Втроем, блин. На гнилой кобылке, блин. Этот там развалит. Ну, я понял, он там выжимает из себя все соки. Он просто не отпускает кнопку, шпарит, ребят. Почему он там и разваливается? Знаешь, чего не хватает здесь на самом деле? Здесь не хватает... этого... пещер не хватает подземных. Ох, я бы на него посмотрел бы там. Давай, раз уж ты твою, блин, тварь. У меня нет слов. Это же надо было так обделаться, а, ребята? Это же надо так было обделаться. Так, 7. А, мы все равно первые? Фух. Ништяк. Так. Как вам скин? Норм, я уже прошел события. Блин, я не поздоровался. Только сейчас вспомнил. Все, здороваемся. Так, ребят, ну что, у нас миля шахтера. Ну, сегодня действительно какой-то день, блин, шахт, тоннелей и тому подобное. Длинная дорога вниз. И очень долго почему-то мы с тобой находим
противников. Я не знаю, почему идет такая задержка офигенная. Нифига себе, сам удивлен, как мы тут с тобой. Ой, не вздумай перевернуться, пожалуйста, а. Так красиво идти и сфейлиться, это будет непростительно. Давай вниз. Просто да ты. Тихо, нафиг. Просто, ребята, счастливчик. Просто удачливый чертов счастливчик. Я думаю, что многие с этим согласятся. Это же надо было. Почти перевернулся, почти думал, все сейчас. Но нет, встали на колесики и поехали дальше. И ты посмотри, у нас темп практически не сбрасывается. Красавчики. Просто красавчики. 50 секунд ушло у нас на то, что мы проехали эту трассу. Лесной кубок. Лесной кубок. Ну что, поехали, лесной кубок. Бревна и валуны. Это не то, о чем я подумал. По-моему, это то, о чем я, блин, подумал. Ну, вот это вот я и говорю. Вот это меня раздражает, когда он. Да. Вот как может быть? Он шел первым всю дорогу. Его обогнала формула. После формулы обогнал уже я. Нормально? Вот так вот, ребята, непредсказуемость называется. Так, тихо, братишка. Не надо, не вздумай. Лети птичкой. Птичкой лети. Как ты, птичка, у нас умеешь лететь? Вот, правильно, вот так вот. Быстрее приземлись. Отлично. Так, ребята, еще одну гоночку. Последняя гонка, я думаю, будет жесть. Опять же, наверное, я фиг там пройду. По крайней мере, с первой попытки я фиг, наверное, пройду. Ю-ху! Нормально! Ать! Вот тут бы был монетный ускоритель, дотянули бы мы с тобой. Дотянули. Ну, в принципе, так нормально. Но с монетным ускорителем бы еще бы поднажали бы и выехали бы. Фух, восхитительной диверсии мы поедем с тобой сам знаешь на чем. Потому что это диверсии. Ничего восхитительного я в них не вижу, если честно. Почему они так назвали? Я без понятия. А как ты, хлыщ, блин, так сделал? Вот ты утробник, а? Вот ты утробник, однако. Ну, давай ребят, я вижу, что... Че с машинами не то? Что происходит? Почему они все в этой гонке обделались? Причем непонятно почему. Тот не смог заехать, там еще что-то. Какие-то косяки за косяками. Как вот он попал, а? Этот спиди вшивый. Вот объясни мне. Вот нафига мне этот полет нужен был? Я и без него нормально, блин, ехал бы. Да что такое-то? Что ты? Я никогда так паршиво не ездил. Ёпрасоты, блин. Ты что делается-то? Что творится-то, друзья? Это что за форшмак такой был? Я не понимаю. Проехал хуже, блин. Просто хуже некуда, ребят. Давай хоть здесь попробуем. Может быть, первое место все-таки урвем с тобой, блин. Как-нибудь. Давай, не будем туда запрыгивать. Поедем здесь по низинкам, как мы любим. Ну вот. Итак, 6 баллов. Первое место. Замечательно, ребят. Так, забираем нашу награду. А именно... Спойлер для чудовища. Ох ты, это что тут? Блин, да они достали уже с этим своим колесом. Так, дратути. Ой, Рэй, знаешь, что ты мне пообещал? Я не знаю, кому там что-то... Так, раллийный авто, мощность 315. Чего?
Что они там чушь написали? Вы можете, говорит, повысить раллийные... А, ралли? Ну, раллийные авто. Что я там повысить могу? Я ничего не могу. Мощность 315. И что? У меня все в слоты открыты. Что они там? Блин! Во всем виноват пигер. Или пидер. Пигер, наверное. Наверное. Давай хоть второе место возьмем. Взяли. С горем, блин, пополам. С горем пополам. Тут надо аккуратно, ребятушки. Тут надо аккуратно. Да не разгоняйся ты так сильно-то. Мы же знаем вот эти вот штуки их не подколодные. Все. Шик и блеск. Давай вот сейчас еще на третьей гонке тоже вот так вот хорошечно проедем. Прошуршим, так сказать. Прошуршал, называется. Да твою-то, твою душу, гречневая каша, блин. Ух. 6 поворотов сделал. Давай заберем. Дратути, вот и дратути. Дратути. Дрататуй. Кубок езды по ухабам. Ну что, сейчас мы им покажем, ребят, как надо ухабы преодолевать. Там, кстати, еще немножко осталось, и все. И Босяцкий пойдет. 50 тысяч кубков будет у нас в кармане. Вот что я тебе хочу сказать. А что, супердизелек-то обделался, да? Обделался, конечно, ребят. Блин, что-то я давно на супердизель не гонял. Так а что, опять же, ребят, гонять? Его нужно, чтобы на нем нормально гонять, его нужно прокачивать. Нормально. Сбустишь от такого. Шмык и все. И в домике. Вот здесь я думаю. Опа, аккуратненько. Аккуратнейшим образом. Не надо лишние понтовки вот эти вот. Вот, бустик взяли. Видишь, как хорошо. Видишь, еще бустик взяли. И все. И проехал, как младенчик. Так, ребят, глубоководка у нас идет. Ну, глубоководку обычно проходим на этой машине. Я ничего не меняю. И почему именно на ней, ребят? Самая сбалансированная, как на мой счет, машина. Если кто-то знает еще сбалансирование, может написать в комментах. Но мне кажется, что именно ралличка самая баланс. Вот еще бы не рассусоливал бы, а ехал бы. Было бы вообще нормально. Ну, этот чувак, я смотрю, знает, да? Куда там что надо ехать. Видишь, он едет очень аккуратно. Пипец, вот это была подстава сейчас. Давай ты со своим... Хе-хей! Дрещеныш! Я не нужен мне твой пузырь, я и без пузыря здесь первое место займу. Опа! Вот так вот, Стефан. Суши весла. Так, столичный кубок. Друзья, столичный кубок. Не будем шухерить. Не будем с вами ничего тут изобретать. Обычно мы тут на суперкаре. Тут я захотел проехаться на раллийном авто. Может быть, конечно, зря. Видишь, не уступает, ребята, он мне дорожку. Вот здесь он должен, ребят, по идее. Блин, не уступил. Не уступил, ладно. Ладно. Давай смотреть, что дальше будет. Первая гонка — это не показатель вообще ничего. Тут своих он охламонов хватает. Я вниз. Да ё просто, ну какого фига тебя закидывает-то? Вшивый ты, блин, недоросль. Да все тут. Второе место.
Блин, закидывают его и все. Я именно про перед говорю, про передок у тачки, блин. Нет, тут его не догнать. Первый раз я сюда, ребята, занырнул. Но вторым, все-таки приехал. Опа! А как? А, понял. Я думал, как так можно было сделать? Замечательно. Первый, ребята, ну, как бы первым стал. У нас одинаковое количество очков с ним было, поэтому... Вот в чем и речь. Можешь приехать вторым, но если твой противник хоть раз где-то в гонках там сфейлился, ты можешь стать первым. Вот он без крыльев же летит. Ну как-то он, гад, он слишком прыгучий, да? Я понял. Он слишком прыгучий, вонючий, грязнючий. А мы побеждаем. Но он хорошо начал старт, согласись. Прям смотри, прям. С таким подлетышем. Как этот. Птичка-снегирек. А тут на валунчиках, ребят, застрял. А мы отлично проезжаем с тобой. Бескомпромиссная, ребят, победа будет сейчас. Вау, мы еще с тобой с турбо-выплеском. Видел как? И в космос, ё-моё. Рефлекта. Давай посмотрим там. Так, я в низину, короче, пошел. Торпедой. Упс, упс. Я не буду туда запрыгивать, хотя, наверное, надо было. Да и дреть твою, блин, начинает вот это вот, как вот сбивается, все, начинает валуны, блин. Как считать, блин. Пипец, блин. Я в низину пойду, блин. Надо было идти поверху. Все, друзья, сейчас будет босс. Ну что, кубок застойный. Три этапа, босс. Тоже, ребят, на раллийном авто. Мэки, блин. Ну, у меня, как всегда, же машину-то через одно место пускают. Он заезжает, а я нет. Все понятно, короче, ребят. Это даже не обсуждается. Ладно, первая гонка за ним. Давай смотреть, что будет дальше. Да ну ты посмотри, что он творит. Ёпрасете, блин. Ребят, он просто пролетает все, что нужно и не нужно. О, застрял. Сейчас посмотрим. Сейчас он меня еще настиг. Нет, здесь он меня не настиг. Там он в машинах, короче, застрял. Опа! Как думаешь, роковая была эта ошибка его? Когда он впендрючился там. Я думаю, что да. Вся сила вот в кулачке, ребята. Будет знать, паршивец. Выдохнул, выдохнул Рэй. Откатал сезон в этом месяце, ребята. Откатал. Красава. Красава. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Так что заслуженно, ребята, все у нас было. Сделал. Сделал я, что хотел. Рэй Прива. Привет. Привает. 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 Спасибо. Так, ну что, пойдем купим этот с тобой. Последнее улучшение. Опа. И вот, ребята, у нас шляпа лихач. Прям движок какой-то у меня на голове. Круто, круто. Слушай, ну девчуля сегодня молодец. Откатала прям вот
прям вот шикарненько. Серьезно тебе говорю. Прям шикарненько. Молодец, хвалю. Так, ну что, у нас... 85. Не, ребят, если бы я бы играл бы чисто вот в одну игру в эту, конечно, я бы за день бы, наверное, проходил бы весь сезон. Но вы же знаете, что у меня еще другие игры. Так, ну что, давай, наверное, капельку покатаемся. Ну как покатаемся, я имею в виду, здесь пройдем. Пройдем, блин. Не пройдем, а просто... Блин, какая ты... Вертушка. Блин, ну тут, конечно, трасса-то... Ну, на колесики. На херосики. Эта трасса совсем не для этой была машина, ребят. Вот совсем не для этой машины была. Так, ну что, друзья. На сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.